Под обстрел попала. А в каком месте? Попасно. Я в церкви была. Ехала на машине, и получилось так, что нас русские обстреляли. Ты с кем была в машине? Три мужчины и женщина. Ты твоерить не было? Нет, мужчину ранила, двух мужчин осколками. Одного очень сильно. И пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут. Боже, а як ты ухвалила таке рішення? Ну так ти ще маленька. Просто треба була допомога срочна, щоб не потерять багато крові. Там лежали міни в шахматному порядку. Там проїхати не так було. Ну я як-то проїхала туди на машині. І потім далі йшов там труп жінки лежав. І стоп. Я це теж проїхала. І потім поворот направо нас обстріляли. Мені ноги. Я ничего почти не могла сделать, машина заглохла, еле завела, и мы дальше поехали, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля. А вот ты своими простреленными ногами так ехала? Да. Насколько могла, ну, ехала. И мне это, конечно, нелегко получилось, я была очень больно, но все-таки хоть как-то. Я же не бросила бы дальше под обстрелы.